Вон твой любимчик пришел, Леш. Где? О, привет, Барань. Привет, Барань. Привет. Все. Прощай, любовь, там самка. Что, мы? Ты что, инвалид пришел? А, Соня, привет. Привет, Соня, как дела? О, Сонечка. Иди тоже помогай. Мы делаем дверцу. Да, Соня хорошая. Мы делаем дверцу. На выгул. А? Где я оставил отлив? Отлив вон лежал там. Нет, я его где-то отрезал и оставил. Наверное, где-то в чем? На веранде, наверное. Я принесу сейчас. Блин, ненасытная какая.
Ноги не закидывай. Давай, 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 чернушку ешь. Дай не то. Во, ешь. Во. Во, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Куда ты, куда ты, куда ты? Через зиму. На. Ой. Так, с козлом дерутся. А, ну так вот, делаем дверцу, чтобы могли животные выходить гулять. Выходить и заходить. И заходить с прогулки. Сам выгул мы доделали, наконец-то. Да, я сегодня вот сколотила калиточку сама. Даже повесила ее неправильно. Ну ничего, ничего. Да, знаешь, я помогать. А, вот эти доски для загона. О, у нас тут брачные игры бегемотов. Вот эти вот доски для загона мы набирали на лесопилке. Это отходы. Бензопилу в зубки и поехали на двенашки на своей, напилили, положили, привезли. Нет, фотографии. Это, конечно, громко сказано, что напилили, съездили. Можно сказать по-иному. Напилил, сложил и привез. Лёшкины лавры присваивай себе. Кто там меня без штанов оставляет? Без штанов тебя оставляет Агиделька. Все? Проверили? Не пойдет? Идите отсюда, бандиты. Все затоптали. Все. Как с вами работать можно? Идите, можно. Где сиськи? Где сиськи? Сиськи, сиськи. Ты не доешься. Сарай из отходов построен. Загон из отходов построен. Ничего толкового нет. У кого средства стеснены, пожалуйста, находите лесопилки, договаривайтесь, привозите. Если нет возможности сразу там строить, да, такое вот внушительное. Можно же начать не с дворца. Главное, чтобы животным было комфортно. Хватит драться. Соня, ты такая наглая коза, вот сил с тобой нет. Да, белка, подтверди. Тимка помощник. А бараны все ходят по кругу. И Тамерлан бедный. Привязан мальчик. Дирижа. Боржа пошла. Иди. Вот. Вот. Вот это другое. Подошло, да? Другое коленко. Чего вы орете, а? Идите ешьте. Чего ты меня рогатая? Рогатая, чего ты меня грызешь? Ну, вот, вот. Опять лягу сюда, да. Кушу. Все, кусается, да? Беспредел, да, Аврора? Абсолютно. Так, кто забор шатает?
что за шайтан забор шатали? Сонька, кто ж еще? Что там за вопли видоплясова такие, а? Плач Ярославны прям какой-то. Козел барана не дает. Они знали только одно. Мама. А теперь, оказывается, есть чупа. Он им стоять не дает. Им вот барашкам маленьким 2 месяца вот только было. Вон они уже какие. Маму догоняют. Встретились баран и козел. Динч. Идет усиленное обдирание забора от коры. Вон они. Усиленно обгрызают. 55 на 78. Так, пойду-ка я, наверное, отсюда. Иначе мне не дадут работать. Рогатые, безрогие, безухие. Слава богу, сиськами хоть. Короче, страшило огород. Две только нормальные козы. Нет, три. Три скоро будут. С рогами как-то. Остальные так. Одно название. Леш, сколько у нас на этот сарай ушло денег? 30, по-моему, 2000. 32 тысячи. А, ну что, 7 тысяч лесовоз дров. Из них половина ушло. Забрал я на материалы. 3,5. 7. А, и сколько на материал? 7 кубов, 7. 29 тысяч на материал, на доске, да, да. Получается у нас 29 плюс 3, 32. Ну, саморез, гвозди, где-то 34 тысячи. 34 тысячи, какой у нас размер? 5,5 на 12, по наружным стенам. Наружки, да. Шифер бэушный. Так шифер бэушный отдали, взяли, да. Частично. Шифер весь бэушный. Ну, конечно, еще доделывать очень много надо, потому что мы торопились в зиму. И зима, слава богу, и зима, подвела. Слава богу, не подвела, она просто так, не пришла. Вот, начинается. Все относительно пока. И что? Ничего нет постояннее, чем временно. Да. Все рискует остаться так, как есть. Ну, то есть вот 34 тысячи получается сарай. Без учета работы. Без учета работы. А работу мы не считаем. Работу не считаем. А, дураков работа любит. Так что вот. Ты смотри, что он делает. Я думал, козы будут орать. Больше всего барана орут. Зарежу нафиг! Давай, 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 иди. Ну, види шутер там. Переполох. Вот он. Гоняет, гоняет овцу, правильно скажет. Чего она такая же, таким пузом? А я встроенный. Надо погонять. Сейчас в обморок бараш упадет, наверное. Да, она ты не понимает, походу, что от него требует. Да я про того, кто в сарай зашел. Да. Он потерял своих. Он в черном, видишь? А не та. Черный, да не та. Белый вообще не та. Не моя мама. Она вообще что-то убегает, скажи. Что вы? Ну вон твои, посмотри вокруг. Во, о, вот, давай, нашел, давай, нашел, давай, нашел, ура, нашел, ура. Да, да. Да, не тот. Еще один. Ой-ой-ой-ой-ой. Все кричат. Все кричат. Идите, идите. Бензопилу убрать, наверное, надо, Леш. А вот саморезы убрать надо. Это да. Да. Вот 2 месяца барашкам. Пока у родителей брачные игры. Дети брошены, орут. Короче, все.
Загадили весь инструмент. Все. И последняя новость. Наша баржа Белка-пароход, Человек-пароход Крузенштейн окатилась 3 козлятами. 2 девочки и 1 мальчик. Предыдущие козлята подрастают. Вот так проходит самоизоляция в деревне. Спасибо, что вы с нами.